6 августа в праздник святых князей Бориса и Глеба пройдет торжественное событие. В этот день Раменское посетит митрополит Крутицкий и Коломенский Павел. Программа визита запланирована следующим образом. Встреча митрополита Крутицкого и Коломенского Павла у Борисоглебского храма в городе Раменское в 8 часов 40 минут. В 9:00 состоится божественная литургия, она пройдет в храме. В 11:00 будет освящение иконы Святой Троицы в городском парке. Желающие могут принять участие в этом значимом событии и вместе отметить праздник святых князей Бориса и Глеба.